Приветствую вас, и в первую очередь давайте попробуем определиться так. Вы пишете, что в Голландии у вас жизнь не сложилась. Она не сложилась почему? Вот на каком основании? Лично эта сфера или сфера материальная? И что для вас важнее? Опять-таки, личное, духовное или материальное. Если вам важна духовная сфера, то препятствий в том, чтобы вернуться в Россию, я не вижу. Потому что ни в финансовом, ни в личном плане вы не будете ограничены, так как вас это просто не волнует. Если вы беспокоитесь об этом, то нужно оставаться там, где вы будете более социально обеспечены, потому что дети нуждаются в этом. Если у детей не будет нормальных условий, соответственно, не будет нормального жилища. Соответственно, не будет нормального детства. Соответственно, могут возникнуть проблемы при их взрослении. Если вас волнует материальное, то лучше, конечно, оставаться в Голландии. Но тогда необходимо определить, а почему вы хотите, чем вызвано ваше желание вернуться в Россию, что в ней такого привлекательного, что вы хотите уехать из Голландии в нее, где нет ничего из того, что вам нужно. Вот осознание своих желаний, своих ценностей, своих приоритетов, а также осознание того, что нужно вашим детям, и даст вам ответ на вопрос, где лучше. Что касается рекомендаций, то, понимаете, давать вам конкретный совет, например, оставайтесь в Голландии или езжайте в Россию, было бы непрофессионально. Вам нужно принять решение самостоятельно, исходя из своих целей, идеалов и стремлений. А мы можем лишь помочь вам обратить внимание на то, что ускользнуло от него благодаря субъективности вашего взгляда. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.